Фонтаны не отключат, алкомаркеты не закроют. В Челябинске не будут вводить новых запретов в день последнего звонка. Он прозвучит 25 мая для 15 тысяч школьников. С утра пройдут торжественные линейки. А накануне праздника лучших школьников наградят в мэрии. 24 мая пройдет традиционный прием главы города тех детей, которые завоевали призовые места на международных олимпиадах и на Всероссийской олимпиаде школьников. В этом мероприятии примут участие 67 школьников и 59 непосредственно педагогов. Лидером по числу наград за учебный год стал 31-й лицей. На его счету 22 победы в олимпиадах. Добавлю, что последний звонок в Челябинске прозвучит для 10,5 тысяч девятиклассников и 4,5 тысяч одиннадцатиклассников. В этом году во многих городах России отказались от шумных гуляний в этот день. В Челябинске тоже многие родительские комитеты решили не устраивать масштабных вечеринок после школы, чтобы дети могли сосредоточиться на подготовке к экзаменам.